Ребятулики, ребятулики, привет, мои дорогие! Всем салам пополам! Значит, друзья мои, сейчас будет происходить следующее действие. Поспорил я, значит, на монеты, на хорошую партию, что я сейчас вот эту, так сказать, горючую смесь пол-литра, хотя я очень давно не выпивал, попробую ее все-таки выпить. Вот такой закусон. На кону стоит, ребята, репутация канала, честь перекупщика, честь Жорика. Я не знаю, друзья, завтра на раскопке. Короче, ребятки, сейчас буду пить рассольчик, закусывать, не знаю, что со мной будет. В общем, вы меня знали хорошим и порядочным человеком. Слава труду. Все, друзьяки, понеслась драка-балабака.